До нашої студії вже завітали Олег Матвієнко, директор першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, і Ольга Василенко, заступник директора першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Доброго ранку вам. Добре. Вітаю вас в нашій студії. Отже, новації у наданні безоплатної правової допомоги. Що це за новації, коли їх затвердили? Вам слово. Добрий день. Ну, якщо почнемо з новацій, ми спочатку поговорим, что такое система бесплатной правовой помощи, которая помогает отстоять нашим людям свои права в судах, а также в органах местной власти. Сама система подразумевает собой, и это было как бы новационное такое нашего правительства, о том, что в связи с тем, что некоторые категории нашего населения, особенно уязвимые, которые имеют доходы ниже определенного уровня, не могут по состоянию своих доходов получить правовую помощь, потому что не могут их оплатить. К новациям мы складываемся с тем, что сейчас созданы объединенные общины, которые как бы самый низший уровень нашего государства. Это как бы ячейка нашего государства. И эти общины, кроме того, что они уже как бы децентрализация получили определенные полномочия, у них есть еще и определенные обязанности. В связи с этим мы выходим с предложением о принятии программ бесплатной правовой помощи, чтобы эти громады не только могли работать в процессе как бы экономическом своих улучшения экономических своего населения и людей, но кроме того, чтобы они делали определенные мероприятия, которые повышали бы правовое образование наших граждан. Сама проблема сейчас состоит в том, что на селе, а также и в городе, многие наши граждане не знают о своих правах. И те вопросы, которые они думают, что это в последующем можно будет как-то реализовать, все отодвигает на задний план. Яркий пример тому – наследство. Многие, особенно в селе, умерли их родители, бабушки, и вовремя не оформлены наследство. И на данный момент состоит, что они живут в домах, имеют землю, которая не оформлена, и по сути дела не имеют никакого законного основания. Поэтому мы выходим с предложением в эти объединенные громады для принятия этих программ. В программах заключается что? Оповещение людей и образование людей правовой культуре. Чтобы люди знали, что можно решить вопрос правовым способом, а не решать вопрос коррупционными схемами. Потому что на данный момент люди, не зная своих прав, идут к чиновнику, предпринимателю, к любому. И с помощью определенных взяток, денег решает этот вопрос. Хотя все можно решить правовым способом. Вот так. Із такого. Так, слухайте, захопила я сама, так знаєте, сиділа, слухала. Дійсно, от бувають проблеми, да, що не можуть вирішити або невчасно. Як буде відбуватися? Бо громади територіальні, це ж треба приїжджати, можливо, як надаватиметься допомога? Можливо, сама от консультація, як буде відбуватися людей? Ну, сегодня, когда мы говорим о развитии системы бесплатной правовой помощи, мы говорим прежде всего о качестве предоставляемых услуг, о профессионализме самих специалистов в системе и об интересах самих клиентов. Еще в стратегии развития судоустройства, судопроизводства и в развитии смежных правовых институтов, утвержденной указом президента Украины на 2015-2020 годы, говорилось о том, что приоритетными в развитии системы бесплатной правовой помощи как раз является доступность правовых консультаций, приближение этой услуги к самым отдаленным территориям населения, чтобы любой гражданин, будь то даже если человек находится на надомном обслуживании дома с ограниченными физическими возможностями, все равно имел доступ к правовой помощи, мог получить консультацию необходимую. И как раз вот в развитии доступности системы правовой помощи есть такие новации внедряются в системе правовой помощи. Это мобильные консультационные пункты доступа до бесплатной правовой помощи. В чем они заключаются? Мобильные консультационные пункты – это точка доступа до правовой помощи,
путем заключения меморандумов с организациями, предприятиями по утвержденному графику мы приближаем услуги консультации к населению, то есть на базе различных организаций, учреждений, например, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в территориальных управлениях социальной защиты, в пенсионном фонде, в общественных организациях, волонтерских организациях. Мы создаем по графику пункты приема людей, и люди, которые нуждаются в таких консультациях, уже могут прийти конкретно в удобное для себя место, не обязательно искать какие-либо центры, там, где предоставляются бесплатная правовая помощь, а на месте получить консультацию по интересующему вопросу. Такие также пункты доступа у нас в Николаевской области созданы при волонтерских организациях в помощи участникам АТО, на базе исправительных учреждений, это в следственном изоляторе, в Ольшанской исправительной колонии, и в различных организациях путем заключения меморандумов по сотрудничеству с этими организациями. А як взагалі виникла, можливо, ідея створити все ж таки інновації? Це ж, можливо, зверталися люди, наскільки, от, яка кількість показників, можливо, звернень до людей, до адвокатів, за такой допомогой. Да, безусловно. Сейчас в связи с тем, что расширяется доступ для различных категорий к бесплатной правовой помощи, на сегодня у нас добавились к первоначальному варианту закона про бесплатную правовую помощь добавились категории участников АТО, перемещенных лиц ВПО. Все дети получили право на бесплатную правовую помощь. Люди, которые пострадали от насилия, то есть расширяется круг лиц, которые имеют право на бесплатную правовую помощь, и в связи с этим, безусловно, растет и количество обращений в центр. На сегодня за первый квартал только 2018 года уже свыше 2000 человек пришли за правовыми консультациями, свыше 2500 консультаций надано по различным правовым вопросам, и за этот период уже 300 письменных обращений, непосредственно письменные обращения про право предоставления услуг адвоката, те, кто имеет право на бесплатного адвоката. Назначены уже адвокаты, и по приказам отдел представительства специалисты также работают, выполняя функции адвокатов. То есть на сегодня с каждым месяцем, в связи с тем, что большее число людей знает, каким образом можно получить правовые консультации, растет и число обращений за правовыми консультациями в центр. У нас центр находится по улице Образцовой, 4А. Это самый центр города. И к юрисдикции первого центра относятся также 4 района Николаевской области. Это Очаковский, Березанский район, Новоодесский и Николаевский районы. Там, где находятся наши самостоятельные подразделения, это Бюро правовой помощи, куда также люди могут обращаться за помощью, правовыми консультациями. И те категории лиц, которые имеют право на бесплатного адвоката, назначается уже непосредственно адвокат. То нічого собі. І показники такі, конкретні просто, що дійсно людям потрібна допомога. Давайте ще раз нагадаємо, можливо, задачі, основні задачі таких програм, такої програми інновацій. Задачі програм – це основне, це образування людей в правовій культурі. О том, что они знали не только свои обязанности, но знали свои права и как можно реализовать свои права согласно нашего законодательства. Плюс к тому же в программе мы предоставляем информацию о самой системе бесплатной правовой помощи, что люди могут обратиться. У нас получается, кроме указанных категорий статьи 14 закона Украины про бесплатную правовую помощь, есть еще, мы еще оказываем просто правовые консультации и разъяснение законодательства. Независимость от дохода, независимость от вероисповедания, к нам может обратиться человек и получить информацию, а также консультацию по любому из интересующихся вопросов. Мы очень хорошо сейчас сотрудничаем как с соцзахистом, с пенсионным фондом, с полицией о том, чтобы
больше получать от них информацию, с какими вопросами к ним обращаются, мы подготавливаем определенные кейсы. Мы создаем определенный продукт, который инновационный, заключается в том, чтобы люди не бегали и не искали информацию. Мы в эти объединенные наши общины предоставляем кейсы информации, буклеты, брошюры по самым наболевшим вопросам, которые люди уже обращались к нам, и они могут не ждать выезда специалистов, они могут уже в этих общинах почитать о том, что эти все материалы есть, какие их вопросы. Также же это касается как пенсионного, также и земельного права, потому что сейчас будет принято, почему я сказал по наследству, будет принята земельная реформа, а многие земельные паи до сих пор не узаконены. И это произойдет обман людей, и люди останутся без земли. Почему мы сейчас очень сильно, буквально у нас каждую неделю, это у нас два центра, каждую неделю по 2-3 раза выезжаем в населенные сельские пункты и объясняем людям, что им надо делать, чтобы они реализовали свои права и узаконили свои наследства, узаконили свою землю. Ну і давайте ще розкажемо людям, щоб вони все ж занотували собі, куди звертатися, до кого, в які центри, щоб їм надали інформацію, що як отримати допомогу. Да, в Николаевской области у нас находится 4 центра. Это региональный областной центр по предоставлению бесплатной правовой помощи. Он находится по улице Никольская, 46. И региональный центр назначает адвоката только в уголовном производстве. Также в Николаевской области находятся 3 городских центра. Это первый городской, второй центр и в городе Вознесенске. Городские центры предоставляют услуги адвоката по гражданским и административным делам и по пострадавшим в уголовном производстве. Первый центр мы находимся по улице Образцова, 4А, как я уже говорила, это в районе старого железнодорожного вокзала. И также 4 бюро, которые находятся в Николаевском, Очаковском, Новоодесском, Березанском районах. Второй центр находится по улице Космонавтов, 61, и также в юрисдикцию второго центра, также соответствующие районы, в которых находится бюро правовой помощи, в которые можно обратиться на местах, и в городе Вознесенске. Кроме, если мы говорим сегодня о новациях в системе развития правовой помощи, также стоит отметить, что есть скайп-связь. В каждом центре, в каждом бюро установлена скайп-связь. Всіляко допомагати можна людям, так? Да, і не обов'язково для цього виїжджати, можна вийти через скайп-связь, або індивідуально вдома, або через систему бібліомоста в кожній бібліотеці. В сельских библиотеках, в районах, в городских установлена эта скайп-связь со всеми центрами и бюро. И уже непосредственно в скайп-связи можно получить или консультацию на интересующий правовой вопрос, или узнать, какие документы нужно для того, чтобы обратиться непосредственно за вторичной правовой помощью, выяснить, относитесь ли вы к категории людей, которые имеют право на бесплатную вторичную помощь. То есть это для удобства доступа к системе правовой помощи, вот такие новации. Также да, в первом у нас в центре проводятся консультации и даже по вайбер-связи. Сейчас, да, мы используем все современные технологии, поэтому, я думаю, телефоны... 21 століття, я думаю, вже можна всіляко просто дозвонитися, дізнатися, отримати допомогу, особливо правову, тому що часто виникають проблеми. Дякую вам. Нагадаю, що до нашої студії завітали Олег Матвієнко та Ольга Василенко, директор та заступник директора першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Дякую вам за те, що надали інформацію миколаївцям. Думаю, є що переварити, інформації багато, тому і доволі актуально. Тому що це треба знати, щоб не втрапити в якусь халепу.